Всех приветствую из Одессы. Сегодня 21 января, суббота. Мы с вами в Аркадии. Очень много людей. Как было на новогодние праздники, когда тоже было солнышко, тепло. Все люди повыходили. Вся Одесса съехалась в Аркадии. Вот. Но это в основном одно из постоянных мест посещения одесситов и приезжих. Это Аркадия и Дерибасовская. Как обстановка на Дерибасовской, не знаю. Уже давненько не был. А вот в Аркадии очень, очень людно сегодня. Музыка играет. Солнышко светит. Небо ясное. Просто ни одно, ни единого облачка. Люди гуляют. Свет вроде бы есть. Кайф, все работают. Все кафешки работают. Но, в принципе, некоторые работают и без света, потому что есть генераторы. И причем хорошо сделали, что здесь на аллее генераторы не тарахтят. Они все там, сзади, за магазином, там, где людей нет. А здесь ходишь тихо, спокойно, классно. Так что вот так вот сегодня.